Всем доброго времени суток, я рад вас приветствовать на канале Владимир Электроник. И сегодня я расскажу о том, как разблокировать свой ПКФон F1 по лицу, если на вас надета медицинская маска. Во многих регионах введен обязательный масочный режим, то есть нельзя появляться в общественных местах без масок, но при этом становится неудобно разблокировать смартфон по лицу, потому что в маске он просто своего владельца не узнает. В ПКФон F1 установлена продвинутая система разблокировки по лицу, есть инфракрасный датчик с подсветкой. Такое решение дает достаточно высокую точность распознавания. Меня он угадывает практически всегда. Родственников и друзей, которых я пытался ему показывать, он не угадывает. Недавно на канале Розеткит вышло видео, где рассказывалось, как можно обойти это ограничение при ношении масок. Я решил попробовать то же самое проделать на Poco F1, и сейчас вы увидите, что из этого получилось. Для начала я покажу вам, как я обычно разблокирую смартфон и как он будет опознавать меня в маске. А теперь я одену маску на половину лица и попробую зарегистрировать свое лицо в системе. Как мы видим, распознавание лиц происходит очень хорошо. Единственное, что я не могу вам рассказать, это о точности распознавания лиц других людей. Самоизоляция, да, она такая. Если у вас есть такая возможность, попробуйте на своем смартфоне и напишите в комментариях, как получилось у вас или не получилось. С вами был Владимир Электроник. Заходите в мою группу ВКонтакте, туда я также буду публиковать все новые видео. Всем добра, удачи, до новых встреч, пока!